Соединенные Штаты рассматривают серию запросов Армении, определяя, какие шаги Вашингтон может сделать в целях укрепления поддержки Еревана. Блинкен обязался также оказать гуманитарную помощь арцахским армянам, заявил Шерман. Россия сделала все возможное, чтобы Армения не чувствовала себя брошенной и забытой, заявила Захарова. Таджикистан и Азербайджан подписали 14 новых документов. В Грузии заявили о планах влиятельных глобальных сил открыть второй фронт против России. Замначальника генштаба генерал Вадим Шамарин арестован по делу о коррупции. Российские войска продвигаются в районе Часового Яра. Блинкен заявил, что Киев сам должен решать, где применять поставленные Западом вооружения. В Великобритании пройдут внеочередные парламентские выборы. Силы безопасности Франции будут в Новой Каледонии столько, сколько нужно, заявил Макрон.